Semi-final, weighs 91 kilograms. In red corner, we have Diego Carmona from Team USA. Я ждал этого полуфинала по ряду причин. Во-первых, почему-то вот этот парень Диего мне оказался и показался симпатичным. Ну, по ходу ведения своих схваток, своим вот этим хладнокровием, разумностью борьбы. Ну и, собственно, угадай вторую причину, почему я ждал этого поединка. Вторая причина прямо сейчас на экране. Мне кажется, Магомед Курбанов и его Мухаммад Курбанов. Да. И Валы Глоки. Просто здесь у нас Мухаммад записан как Марат. По паспорту его зовут Марат, но в спортивных кругах он больше известен как Мухаммад Курбанов. И он выглядит абсолютной машиной сегодня на чемпионате. Да, сегодня тоже все схватки свои завершил досрочно. Все леглоками, рычаг колена у него, ахилл. И вот сейчас Диего Гамональ будет противостоять мощи и леглокам Курбанова. Ну, мы видели защитные навыки Диего. Делает он это все действительно круто и... Очень непросто его пройти, очень непросто его поломать. В принципе, в этом и его тактика. Вот Курбанов сразу влетает в ноги, прям такой мощный гард. Да, он занимает свой любимый хавгард. Это его тема, это его позиция. Остается задача атаковать дальнюю ногу, но обрати внимание, зная это, Диего отбросил такой, слегка отспорил свои ноги. Ну, нет, Курбанов идет на рычаг. Вау, как быстро он это делает, как мощно и опасный человек. Я вижу последние два года, как он выполняет эту технику. Последние два года он выполняет эту технику. Раз за разом. Все знают, что он делает, что он будет делать. Это вот то самое, когда это мастерство. Да. Все знают, что ты будешь делать, но никто ничего не может противопоставить. Шикарно. И кажется, Хамас еще Курбанов, один соперник красава. Курбанова, к сожалению, травмирован. Хромает или мне кажется? Нет, вроде нормально ходит Диего. Не, ну это, конечно, блин, он это делает быстрее легковесов. Как это работает? Гардпул, хавгард, дальняя нога. Раз, рычаг колена. Да, идеальные выверенные движения, просто ни одного лишнего. Ай! Очень быстро, очень мощно. Притом, ну, Гамональ-то знал, что с ним будут делать. Но так его вывесили, да? И получил рычаг колена.